О программе и идее фестиваля организаторы рассказали на пресс-конференции. Цель мероприятия – продолжение и развитие традиций летних сезонов, существовавших в Сочи в 50-е и 70-е годы. Тогда на курорте в летнем театре выступали лучшие отечественные исполнители – дирижеры, пианисты, скрипачи и вокалисты. Сегодня эта традиция возрождена силами Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика». Вот чтобы нам в Ленинграде дождаться знаменитых гениев, Ойстрах, Гоголь, Андраш, проходил 2, 3, 4, 5 лет. А сюда они приезжали чуть ли не каждый год. Такой концентрации гениев, как летний театр, я не знаю. Фестиваль – это 6 концертов классической музыки. Все они пройдут в летнем театре имени Фрунзе. Открытие состоялось с 1 октября. В День музыки до 6 числа сочинцы и гости курорта могут посещать концерты ежедневно в 19:30. Вход бесплатный.